Светлана Живаго стала одной из самых запоминающихся участниц проекта «Беременна в 16». А еще стоит отметить, что на момент участия в съемках девушке было не 16, а 17 лет. Кавалеров у Светы всегда было много. Активная девушка привлекала внимание парней. Но все кавалеры отпали, когда она познакомилась с Андреем. Ему было 19 лет, и пара стала встречаться. Отношения просуществовали полгода, после чего Свету начала доставать ревность парня. Она решила с ним расстаться. И как раз в этот момент узнала, что беременна. Понятно, что вопрос о расставании отпал. Андрей сделал ей предложение, но Света не горела желанием становиться его женой. У нее не было к нему больших чувств. Но на девушку стала наседать мама, сестра, мама Андрея. И она была вынуждена согласиться на брак. Но все время думала о том, что совершает ошибку. В итоге она просто искала повод, чтобы поссориться с Андреем, чтобы расстроить собственную свадьбу. Но позже все же пришло осознание, что теперь она ответственна за свою будущую дочь, а Андрей ее отец. И Света сама пошла навстречу парню и помирилась с ним. Они стали жить вместе. В положенный срок Света родила дочку Маргариту. И к ее удивлению Андрей оказался отличным отцом. Но она все равно не относилась к нему с теплотой, поэтому ссоры случались. В итоге Андрей принял решение уехать на заработки в Москву. И только когда он уехал, Света поняла, что нуждается в нем и скучает. И самое главное, что она его любит. Серия заканчивается тем, что спустя 5 месяцев Андрей приезжает из Москвы. И ребята принимают решение жить вместе. Многие пары проекта «Беременна в 16» расстаются. И лишь единицы остались вместе. Света с Андреем как раз такое исключение. Пара проживала недалеко от Луганска, а когда там начались боевые действия, молодая семья была вынуждена бежать. И они переехали в Москву, где жила мама Андрея. Сейчас они счастливы, а в их семье царит идиллия. И да, кроме Риты, у них есть сын Сергей, которому 4 года. Финансово семья обеспечена, но кем именно работает Света и Андрей, неизвестно. Они путешествуют и ведут активный образ жизни. А у меня на этом все. Услышимся!